Здравствуйте, дорогие ценители российского футбола. Да-да, именно российского футбола. Все-таки есть в нем какой-то шарм. Если вы со мной согласны, то обязательно подпишитесь на мой канал. Меня зовут Егор Дергачев. Я рад приветствовать вас всех в своем видеоблоге. На повестке дня у нас поединок в Махачкале, в Каспийске, если быть точнее, где Анжи будет принимать Арсенал. Арсенал просто сотворил вот невероятнейшую сенсацию, обыграв на стадионе Санкт-Петербург, на Зенит-арене, питерскую команду лидера чемпионата «Зенит», у которого до 13-го тура не было ни единого поражения в чемпионате России. Но, может быть, на то этот тур и 13-й, чтобы такие сенсации нам приносить. И Арсенал едет сейчас довольный, ребятки отдохнули, молодцы, едут в Каспийск, где будут играть Санжи. Санжи, который многих, возможно, удивил, кого-то не удивил, но заметьте и обратите внимание, как играет Анжи в последние матчи. Тотал больше эта команда пробивает. Ну, я вот не помню точную статистику, но в большинстве последних своих крайних матчей. Почему бы не рискнуть и не взять ставку на то, что и в этом поединке Анжи и Арсенал пробьют тотал. Шансы на это есть, мне кажется, абсолютно все. А коэффициенты, которые букмекеры дают на ставку тотал более 2,5 мячей, просто от них у меня взрывается голова. 2,50. Согласитесь, это вполне играемая ставка. Присмотритесь к ней и напишите свои мысли по поводу того, зайдет она или не зайдет в комментариях под этим прогнозом. А если вы со мной согласны, то ставьте лайк и вступайте в мою группу ВКонтакте. Или же добавляйтесь ко мне в друзья. А лучше все вместе. Все ссылочки вы найдете в описании этого ролика. The farmer takes the wife. Hi ho, the derry-o.